Вот начинается погрузка для прудов. Терентий начинает брать. Это я иду туда прополую. Вот показать, как он грузится. Будем сабанить у пруда места. Он говорит, возьму 5 штук. Как раз пока 5. Первый мостик мы не можем еще сделать. Отступились. Ребята у меня будут помогать. Там стоят Никита и Виталий. Это у батюшки солома прошлогодняя. Он ее набрал. Ну и что? Городской человек ничего этого не знает. Он не то, что не умеет, а не знает даже, что такое существует. Вот тут мешали два, он их сдвинул дальше. Теперь один берет, как ему взять. Это Терентий, старший сын барабаша Игоря. Он закончил строительный факультет технического университета. Главное дальше не толкнуть, чтобы рогами борт не выломать. А на нем уже проросла трава. Вот она. То есть они батюшке не нужны. А мы будем саманить. Нашли лучший способ укрепления берегов глиной. И это показало на практике, что того стоит. Мы сейчас будем развозить. Это бывший дом Калашниковых, Петра Седокия. Теперь дом как бы тут Потеряевский, на продажу он был. С травой вместе потащил. Это сегодня у нас 27 июня 2016 года. Вот я сейчас сходил у батюшки, он позвонил. Барана заколол, потому что нога сильно болела. Закололи кто-то. Ну и ножки отдал. И то, что у него там это требуха, все, для собаки. Сейчас промыл, пришел, мой, а сам думаю, городской ни один человек не знает, что это такое. Промывать. Желудок и все, все это пойдет собаке, копейки не стоит. А в городе что, собачий корм, пошел, денежки, даром никто не даст. А здесь ты, ну, просто, вон он, коршун, с таким хвостом полетел. Где-то что-то засыпил. Это веревка, она спутывала. Это сам Игорь делал. Видишь, видишь, она сопревшая, наверное, решил положить. Вот она все. Три, пять заложит. Проси, что это такое? Братик, что это? Личинка майского жука. Такую с голоду съесть можно? Можно.
Китай съест, у него там по вот так ползгам течет из него. Это белок галимый. Ну вам не съесть его, вы не будете. Не хватит, да. А когда нужно приспичить, съешь. Вон там скворечник наш, домик. Он дальше видно. Голубятня. Это все рядом. Мы сейчас повезем на южные и на северные пруды, которые нынче поставил задачу восстановить. Ну, мы не оставим, если не получится. А тут что? Над крышей надеются голуби. Вон они. Говорит, 5 штук уже рассчитал. Вообще ничего не было. Вы разговором мешаете. Тихо. Только лошади были. Все. Сейчас лошадей ни одной нету. Ни о каких тракторах тогда даже думы не было. Вот Игорь Барабаш, он абсолютно правильно. Корову одну держал, от нее телка. Две коровы, три, сейчас 36. И по секунду, мне кажется, 200 гектар. Пашня обрабатывает, гречку сеет. Видишь, как он смотрит, чтобы не опрокинуть его. Ювелирная работа. Да, конечно. Ему лишь надо, чтобы туда не опрокинуть ее. Он положил ее. Теперь сдернуть, чтобы она легла. И боится вторую не сдернуть. Видишь, тянется вторая. Он не может ее опрокинуть ниже. Видишь как? Надо бы сдернуть, подержать. А ну попробуй здесь. Они гнали. Кого невозможно? Ты пробовал? Я имею в виду техника безопасности. Ну и сиди на печке, техника. С двух сторон поддержать, в стороне от этой, он не может сдвинуть. Ты держишь, тогда он мог выдернуть. Она за собой тащит, техника. Обморалится со стугу. Все, пока показал сигнал. Он показал, что за ним. Нам идти сейчас туда, к этому. Вы никуда, сейчас я узнаю, нужны вы там или нет. Там Алеша с товарами своими куда-то едет. Сюда. Вот он, иди цепляйте. Принял. Иди цепляй, техника. Безопасность. Иди, смотри, учись. Все, боишься ты. Ну все на этом пока. Видите, какая в деревне жизнь кипущая. Понедельник только сегодня. На всю неделю. С утра до ночи. С потемок до потемок. Дети встают у нас в 5. В деревне попозже, а иногда столько же. Вот мы приехали, смотрите, на первое место. Это мы находимся около лагерного пруда. Он спрашивает, куда подвести. Лучше, отлично водит. Ну а дальше еще там, дальше видать храм. Вот. Поворачиваю немножко сюда. Вот это вот лесистый куст, это лагерь. Там видно качели. И вот он подвез сюда. А мы с мешками бегали в деревне. А вот рядом тут пасется в лагу. Трава зеленая, коровки и овечки. Не нащупаю никак, где они тут. Вот они. Вот он подцепил. Сейчас два снимут. Белье трясется.
Терентий Игоревич. Вот, закончил университет в этом году, в прошлом, кажется, еще. В горы поработал и вот стал в деревню тропить дорогу. И, похоже, он тут останется. О, вообще положила. Прекрасно. Зацепилась еще-то. Потащилась за ним. Веревочки видят разные, цепляются. Вот и так вот. Все в пределе. Ничего ворованного нету. Как Некрасов пишет, что тебе с неба свалилось, а все. Так вот и Игорь. Вот тут вот, больше полстада, это ему принадлежит. Работает с утра до ночи, не знает никто, когда он спит. Страшным трудом. Это вот старые коровники были здесь. И шлаколитые. Полста лет и все стоят. В 70-е годы еще работало все это. А там дальше вот выдвигается трава. Я покажу сейчас, как бы по горизонту. Эта насыпь уже была насыпана, должна была быть дорога. И как раз перестройка, и все бросили. Возле Потеряевки было это уже, все, рядом. Все, поехали. Сейчас подцепит он ее. Вот осталось три. Все. Вот приехали на Рыжковский пруд. Терентий Барабаш помогает. Сегодня погода такая. Игорь с Еленой все еще судятся там за гречку за эту. Один взял и отказался с Рубцовска. А сегодня это почти на 800 тысяч у него. Обманул. Ну, знаково обманул, и все, не брал. Вот он сейчас снимает. Солому ему привезли. Вот так. Это Рыжковский пруд. Рыжковая, это она была, Рыжковая Евдокия Титовна, женой Потеряева Ивана Нефантьевича. Он приехал, тут умер. Ну, уже правнук первого Потеряева. Там были Нефант, как-то еще название, там были Венедикт, кажется. Вот. А вот отсюда я покажу, где там пасутся коровы. Издалека, видать. Не знаю, видно или нет будет. Наверное, не видеть еще. Такой режиссер-то такой. Может, где-то будет и видно что-то. Это вот улица Потеряевская шла. Здесь жил Бухта Зиновий, Пахомий, Лазарь. Но такие имена-то все были. Считаешь, прямо, ну, не верится ли. Она вот была тут Лепестинья, моя крестная. Ну, там, видимо, как-то маленько по-другому. Вот Корючиха, тут Ядрова была. Тут так эти остались названия вот этих околков. Зовут Колок, у нас Околок. Считаю, что правильно Околок. Около. Около поля везде Околок. Еще Колок. Ничего не говорит. Вот он увозит сюда. Это Рыжковский пруд. Я его покажу сейчас. Если мы его сумеем отремонтировать, ну, прорыв заложить,
привезем сюда как надо. Он поднимется сразу. Вот эти камыши почти все уйдут под воду. Тут, вон видно. А вон те кусты впереди. Вот это вот как раз плотина там. Мы как-то снимали. А второй мостик, это вон туда дальше. Не можем пробиться. Это вот этот пологу идет первый мостик. Вот он сейчас берет. Стадо коров видать или не видать? Там далеко, это я приблизил. Вот он снял, дальше нельзя проезжать, потому что вся земля изрыта бульдозером. Землю когда-то брали здесь, вот она где. Но он телегу развернул, ну вот видите, какие траншеи, траншеи, траншеи. А это поле Игоря Барабаша, дальше пшеница растет. А вот Терентий теперь туда возит. Ну а где он кладет их, то нам теперь намного легче брать. Вот она рядом тут, с мешком подбежал, да и набрал. Вот так. Вот он кладет здесь. Никак. Погода. Тут они протравляли, сеяли. И сегодня вот выбрали один день. Успеть бы сделать что для лагеря. Не для лагеря. Проговорился. Для деревни. Что только возможно. Ну вот сейчас заново будем сцеплять. Все, пока отошел. Вот приехали на Южный, Катефенский. Сейчас вот подъехал трактор вплотную. С этой стороны не зайдешь. И остатки дрова загрузим и уходим. Попробуйте. Даже если растеребите, не беда. А что, просто сюда? Да. Освободить кузов полностью. Давайте, она шевелится, он не так тяжелый. За веревку не тяните, она порвется и упадешь. Ну, Виталий, поскорее маленько, ну, зато неповоротливый, прямо ужас. Толкай его вниз. Терентий, ты... Вот, теперь освободите от полностью. Ну, и сейчас начинать грузить, начиная вот с этого пункта. Дрова. О! Отлично. Это мы пришли сюда, тут что у нас? Выше роста моего. Пучки разные. Вот оно, сколько дров. Все. Сейчас начинаем грузить. Вот на северном попутно привезли солому. Терентий привез. Теперь деревяшки загрузить. Смотри, пол кузова наложили. А когда положили правильно, ничего и нету. Что, давай. Красиво там. Работай, как вот. Вот сколько здесь. Ты ему подавай, он быстро будет укладывать. Ты пока не лезь, командуй, советуй. Приезжаем на Южном. Идет загрузка. Привезли мы солому. А теперь вот сколько было здесь за траншеей. Я показывал дальше. Уже все загрузили. Вот оно где. Трактор. Это нарвал спину, не может. Ну, такой же, как я. А эти вот здоровые крыжья тащат. Еще раз говорю, это деревенская жизнь. Вся она в этом заключается. Работа и труд. Это божественное назначение. Не в городе. Из города потекут в один день и будут только воровать и убивать за жратву. Пробка будет, говорит, из Москвы 130 километров. Верхние этажи дерьмом зальют нижние. По улицам что будет? Переселяйтесь, пока не поздно. Нужно, чтобы группировались по назначению. Коммунистическое, значит, отдельное общество. Христианское, отдельно православное, баптистское, отдельно. И чтобы не было никаких конфликтов, недоразумений. Ну, Виталию тут не коту масленица.
Меня больше всего трогает не то, что не умеет человек, это научится медлительность, руки в боки. Это абсолютно не подходит нигде. Один корящится, другой стоит, руки в боки, стоит, не потеет, ничего. Это такого одра за хвост да в яму. Пусть таких же подобных себе ищет. Вот так. Надо сегодня переселяться в деревню. Место есть, земля зовет. Вот посмотри, какая глубина. Здесь метра 2,5-3 траншея выкопали братья. Выпускали воду. Выпускали. Тут красивейшее место. Ну, пока у нас тут остановилась погода. Видите, так они не смогли осушить. Теперь только по краю, если пройдет бульдозер, как бульдозерист посмотрит. Вот так. Место настолько красивое, даже не выскажешь. Вот какие, ну, в два обхвата березы. Березы, это не тополя. Вот они перед нами. Вокруг такие березы. А с этой стороны осинник. Зеленые, шепчущиеся. Трава в рост человека, не в пояс. В пояс это там поют только здесь. Здесь в рост человека все. Вот покажу издалека, видать, береза одна стоит. Посмотри, какая она. О, как шар. Сучки растут, как их не отломишь. Рядом куст. Я сейчас не знаю, что это там цветет. То ли черемуха, то ли что. Ну, глянь, просто так. Сердце не захолонет ли? Вот бы пожить-то здесь. Вот так. Это работает. Работает, говорится, на износ. Что значит на износ? Износ греха, а не человека. Человек только крепнет от этого. Делается сильнее и тверже. Вон отсюда, видать, какие березы. Покажу сейчас. Посмотри. Купы какие. И это вокруг. Там молодой березняк. Это мы уже практически его насадили. Распахали. Семена налетели туда. И сейчас тут рощи. Вот так. Надо спросить Терентия, перегруза не будет ли? Довезет ли он это все? Спроси его, чтобы посмотрел. Перегруза не будет? Он не может что-то со спиной. Спортсмена надрывают. А где он тут? За трактором где-то что-то зацепил. Вот через траншею здесь прыгают. Раз. Ну. Не бросай. Вы с одной стороны, не с той стороны зашел, Никита. На обратной стороне. Надо сейчас бы бросил и все. Кидай. Заходи так, чтобы с обратной стороны было от бревна. Ну да, а в кого он такой, Артемий, высокий? Какой у тебя рост, Терентий? 1,85 м. Какой? 1,85 м, говорю. 1,85 м. А куда мы топоры-то? Так, остатки-то выкидывай. Так это. Я там надо обрубить пучки большие. Ну не трожьте тогда, которую рубить надо. Вон топоры лежат, забыл, где положил. Где? Вон они лежат, топоры ваши, под кустом. Два топора. Да побыстрее, ну, Виталий. Ну, можно бегом идти-то, ну, переваливается с места на место. Скажи, как воз везет. Не дай бог пойти с таким, это, где требуется скорость. Сразу завалит. Вот сейчас остатки погрузить еще, и все.
вот как мы работали, выработка была бы, но никогда больше 80% не будет нормы. Это уже показал, на 81%. Что, пытаюсь расшевелить. Пытаюсь с этим товаром. Так, тащи скорее, Виталий, у нас времени нет. Не надо это, а даже обрубать короткие. Уже не остановить. Быстрее уходим отсюда. Мы перебрали уже по времени. Нам главное оттуда вывести, из садов. Это мы попутно все делаем, попутно. Вот это попутно. Ты не видишь, что такое попутно. Лезь наверх. Вот он. Титанический. Никого не ударь. Попутно. Залезешь? А давай, во славу Божию. Не залезь. Вот приехали мы. Что он сможет делать? Нет. Это шалаш. Все. Ну тут маленько совсем. Инспектор едет. Работать как следует. Атакал Андрея Устинова. Нагружаем машину около лагеря. Лагерный пруд пытаемся сделать. Ну заходи поближе, благослови нас, чтобы нам мы друг друга не придавили. Зачем вам друг друга додавить? Здравствуйте. Добрый день. Хорошо. А тут Иосиф как раз. Вот это у него тут все. Опилки. Бетономешалку подвели. Давай. Это мы проехали на... Этот. Ну, Симаковский пруд был, теперь это лагерный пруд. Вот Терентий сегодня нам помогает, видите, бубали и все. Это два заплота сделаем. Все. Ага, он подправляет, чтобы она легла как следует. Вот сейчас мы грузим уже ошкуренное много в садах. Садки здесь были сады колхозные. Ну вот давайте. Володя, вот Никита Колесников. А там Виталий Калинков. Давай быстро. Сгрузить надо все. И сразу уходим. Уходим на Рыжковский, а вы идите свои дела делайте. Видите, сколько делов? Потому что все из подсобного материала. Кривой, какой, все это за... Не ткни его только. Вот уже сколько загрузили. Это только сейчас две плотины нужно сделать там. Между которыми будет набито, как саман, глиной, чтобы не прорвало там большой прорыв. И вода, и яма углубления. И вот теперь все подготовлено к приходу бульдозера. Это мы все сегодня, 27 июня. День пошел уже на убыль, так что нам сегодня повезло. Терентия два раза с постели подняли. Что-то у него температура, болеет. Давайте. Не просто это все. На жаре все время. Железо и то плавится.
Давайте. Видите, какой свет у них, как будто бы антисептиком обработаны. Это вот сады. Мы все складываем, что с чем вот здесь. Вот они наросли, клен. Клен, почему его американским называют, неизвестно. Это сорное, это дерево. Оно нигде не значится. Он где бы ни упал, кленовый, говорится, семечко там, пропеллер, и уже растет. Очень живучий. Подальше туда, делай, чтобы назад не упало. Не стукни человека, ты гляди аккуратно. Так, я сажусь с ним сразу, кто-то вперед беги, мой велосипед. Да ладно, я сам побегу. Вы поворачивайте и идите по своим делам. Все. Мы пришли на Рыжковский пруд. Давай. Вперед маленько дерни. Вот оно как. Это Рыжковский пруд. Все, еще, еще. Еще. Все. Вот оно как. Терентий привез. Вот завтра, если Господь благословит, можем начать здесь работать. Тогда будет понятно, чего мы хотели. Добились или нет. Тут поднять можно на 3 метра воду. Сразу меняется все. Красивое тоже место. Но это конец деревни. Самый-самый конец. Дальше деревни не было, ни одного дома. Вот, тут приходил один, пытался помочь Терентию, Терентий за ним мог. Ну, не получилось совсем. А Терентий мастер, задний ход дать и передний. Вот я иду, как раз он здесь. Трудно, видишь, трактора этих бульдозера когда-то брали, и все это повыбрали. Траншеи, траншеи, траншеи. Ну, сам пошел сначала, проверил, посмотрел, как. Это я иду вдоль Рыжковского пруда. Вот как оно выглядит здесь. Но сейчас тут глубина не больше метра. Тут уток много все. Ну, и камыши, вон, все заглохло. Но если поднимем на 3 метра, вот эта вся поверхность, все будет озером. Умные люди были, которые раньше жили, все это делали.